Самая лучшая женщина для секса – это женщина с не слишком красивым лицом, но с хорошей фигурой. На такую женщину не залипнешь, потому что в первую очередь ты смотришь не на ее лицо, а на ее рабочий станок. Такая женщина не вызывает у мужчины никаких сентиментальных чувств, и в сексе он с ней может делать все, что захочет. Мужчины обычно залипают на женщин, у которых такое выражение лица, что их хочется покормить, и глаза, как у олененка Бэмби. Ведь нам же рассказывают, что глаза – это зеркало души. И вот когда мужчина посмотрит в такие глаза, то он начинает искать в женщине то, чего в ней отродясь не было, то есть душу. А вот все проблемы у мужчины как раз и начинаются после того, как он начинает искать в женщине душу. Кстати, саму женщину душа мужчины вообще не интересует. Мужчина ее интересует исключительно в потребительском плане. Работает и приносит деньги – хорошо. Мало зарабатывает – плохо, надо менять на другого. А что там у мужчины происходит в душе, женщину вообще не интересует. Так что, на мой взгляд, мужчинам не стоит искать в женщине родственную душу. Потому что на самом деле женщине до их души нет вообще никакого дела. Женщины к мужчине относятся чисто потребительски. Я думаю, будет совершенно справедливо, если мужчины к женщинам будут относиться точно так же.